Классно. Какими судьбами? Какими? По дороге шла. Да, ты пришла. Это специально к вам пришла. Я же скучала. Нет, а в Питере тоже. В Питере? Погулять приехала. Приехала в пятницу. А вот для директора. Сейчас я распакуюсь. Саш, такой, типа, вот надо сделать. Таня. Ты не дадут от всего, когда пытаются в Окее, они искусственные, такие. Это не так, как ну, а не поможет вам вот сделать эту карамельную, что вчера было? Скажите, я выключу. Вчера был битбокс. Битбокс? Перемешку с развратом. Ух ты ж. Да. Опять вчера... автопати, на которую я не попала? У Иришки был день рождения, у одной женщины. И ее подруга с офигительным, просто очень выразительным скорпионом на плече достаточно серьезно подошли к делу и отметили день рождения на ура. Наш бар на секундочку превратился в такую платформу сайта знакомств. Такой живой лайк. Ничего себе. Можно было встретиться уже после... Закончили большого... в 5 утра? Завершили. 3. Мы их выгнали. Потому что там уже было больше, чем общение. Но тут, понимаете, 16... Приличное заведение. 16 плюс, конечно, поэтому... конечно. Это не входит. У вас только новых три бомбасов появилось. Да. Все, прощаемся. Да.